Люди будут приезжать, оставлять машины. Да, спокойно. Да, стоянка все есть. Вы уже есть на сайте в интернете? Да, да. Уже можно и бронировать, да? Да, уже звонят. Удаленно, все как положено. А цены у нас какие? От 800 рублей, одноместные 1500 и семейные с детской комнатой 2200. Тот случай, когда качество гораздо выше цены. 32 номера в хостел «Галактика» отвечают требованиям современных туристов. Тепло, просторно даже в одноместных номерах. Мебель, интерьер – все подобрано со вкусом в одной цветовой гамме. Вот такие трехместные. 19 номеров, да, вот они. Удобно для детей, да? Комфортное, достойное проживание – место для того, чтобы набраться сил. Завтрак входит в стоимость номера. Буфет на первом этаже. Хостел помогает путешественникам экономить. Еще один объект для того, чтобы посещать «Галактику», что «Галактика» достойный объект, что данная гостиница для приезжих, для горожан, для ближайших городов на сегодняшний день это самый достойный объект для посещения и для проживания. Если кто-то где-то видал, что такое хостел в городах или в Европе, ни в какое сравнение, там сделан просто супер ремонт, вопросов нету. Поэтому я думаю, что цена-качество, как вы говорите, соответствует или нет. Тут даже можно сказать наоборот. Не то, что соответствует, качество оно гораздо превосходит цену. Развитие гостиничного бизнеса в Когалыме, приток туристов и создание новых рабочих мест. Преимущества очевидны. Пора встречать гостей. Ольга Чернова, Юлия Фисенко, Дмитрий Луцко. Специально для новостей.